Мечта жителей улицы Пятигорская сбывается. Дорогу, по которой многие лишний раз предпочитали не ездить, начали обновлять. Ремонт века – так называют эти работы сочинцы. Появление на Пятигорской строительной технике ждали не один год. Движение по улице всегда интенсивное. Сейчас в связи с работами оно затруднено. Но жители готовы терпеть любые неудобства, лишь бы долгожданный ремонт завершился. Нам эта дорога нужна. Может быть, автобусы здесь будут ходить? Если автобусы будут ходить, вообще великолепно. И сделают ее расширенной, как сейчас делают. Прекрасно, молодцы. Улица Пятигорская – важная артерия города Сочи, отмечают в администрации. Реконструкция дороги была запланирована в начале года. Были заложены средства из городского бюджета. Работу выполняет местная подрядная организация. У нас ремонтируется улица Пятигорская полностью. То есть это участок дороги протяженностью порядка 2,5 километров и площадью где-то порядка 13 тысяч метров. Ремонт будет произведен полностью. И, соответственно, я думаю, жители будут довольны. Стоимость работ на улице Пятигорская более 20 миллионов рублей. По обновленной дороге автомобили проедут уже к 1 сентября. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.